Доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, ваших близких, знакомых, друзей, ваших родственников, а также ваших любимых питомцев. Моя сегодняшняя подсказка для вас. Иногда мы рассказываем, как собачка кушает, как еда попадает туда или туда. Для вас сегодня визуальная подсказка. Есть специальное рентгенологическое исследование с контрастом, и вы в реальности все сами увидите. Поэтому присаживайтесь поудобнее и смотрите с удовольствием. Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы, вы, ваши близкие и, конечно же, ваши любимые питомцы. Всех благ и хорошего дня!